Лайфхуки с пластырем. Ребятки, мне кажется, уже все попробовали эти лайфхуки с пластырем. И я тоже хочу. Поэтому погнали. Кстати, пластырь я достала с большим трудом. Торточка, ну сию за пластырь, давай, быстрее. Это мой менеджер. Расчехлим аптечку водителя. Ташки, спасибо, тики, все. Менеджер, ваша работа на этом окончена. Куда два взяла? Посерединке, пожалуйста, не накосять, посерединке. Возьму розовые тени, ну, похоже, просто квасить. Я, конечно, не эксперт, но, по-моему, что-то пошло не так. Мне кажется, как будто я вернусь, просто, знаете, с соцсети обгоел, и вот я и на пластырь был. Почему у всех это смотрится мило, а я похож на дебила?